Здравствуйте, дорогие друзья. Показываю вам наш номер в Grand Ежичев Club Marmaris Palace. Открываем. Заходим. Здесь можно не вставлять, оно и так работает. Но я ставлю, потому что так положено. Так, вот туалет. Ну, обычный туалет, как бы. Ничего такого нет. Фен. Раковина. Оператор. Телефончик. Ванна, которую тетка любит, чтобы ванна была. И, кстати, неплохой здесь душ, почти как душ Шарко, очень большой напор, мне очень нравится. Так, идем дальше. Ну, шкафы обычные, это сейф с ключом, давно таких уже не видел, в основном электронные. Это зеркало еще одно. Вот, тут кто-то появляется вдруг. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь это полочка для всяких мелочей. Мы сюда бросаем пляжные принадлежности. Стоит у нас три кровати. Одна большая, одна маленькая. Маленькая просто как подставку используем. Картина красивая. Оформлен неплохо номер. Ну, обычный номер. Ничего такого тут я не вижу особенного. Что у нас еще тут? Телевизор неплохой. Каналов много. Из украинских ЗИК. Только ЗИК. Российских, конечно, больше. Что тут у нас в холодильнике? Ну, здесь мы подсели на Айран. Очень классная тема. Такой вкусный, солененький такой кефирчик. Затариваемся, выпиваем. Очень хорошо. Помогает. Но это еще мы не допили. Сейчас покажу балкон и вид на море. Здравствуйте, девушка. Ты что, пиццу взяла сегодня, да? Не было. Сегодня девушка пиццу решила побаловаться. Да, скажи, что на обед не ходим. На обед не ходим, лень, точно. Ну вот такой как бы вид у нас. Так, небольшой балкон. Этот раз мы находимся на первом этаже. Вот такой у нас вид с балкона. Хороший. Хотели повыше, но повыше все было занято, к сожалению. Но мы тут уже привыкли нормально здесь. Вид хороший. Бухта очень классная. В общем, вот так живем, отдыхаем. Да, девушка? Сейчас будем перекусывать. Все, пока, до новых встреч.